Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня хочу показать вам простой способ приготовления вкусного ужина, обеда или завтрака. В глубокой емкости смешиваем 1 столовую ложку меда, 100 грамм соевого соуса, черный молотый перец по вкусу. Кладем в маринад 1 кг куриного мяса и оставляем мариноваться на пару часов. Или лучше оставить на ночь в холодильнике, если вы будете готовить блюдо на завтрак. Форму для запекания смазываем растительным или сливочным маслом. Добавляем 2 стакана риса. Соль по вкусу. Кладем сверху мясо, поливаем соусом. Добавляем овощи. Я брала 100 грамм зеленого горошка и 100 грамм стручковой фасоли. Овощи можно брать любые: морковку, лук, болгарский перец. Добавляем 2,5 стакана воды. Ставим заранее разогретую духовку до 200 градусов на 50-60 минут на средний уровень. Наше блюдо готово. Я желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. И до новых встреч!